мальчики, стоите, что вы гогочите? Вы, наверное, как я, блинов с икрою хотите. А для этого нам понадобится молоко, масло растительное, мука, естественно, яйца. И решил я сделать, попробовать, ни разу не делал, но попробуем, со сливочным сыром и икрой летучей рыбы топика. Приступим. В муку вбиваем 3 яйца. Добавляем немного молока. Все размешиваю. Так, добавляем сахар. Вот так вот. Так, добавляем соль по вкусу. Я никогда не следую рецептам, я делаю все на глаз. Ну, как получается, так и получается. Так, добавляем еще немного молока. Для того, чтобы блины не прилипали к сковородке, добавляем немножко растительного масла. Так, берем наш волшебный миксер и начинаем потихонечку взбивать. Сначала на маленькой скорости. У нас получилась такая не очень густая жидкая масса для блинов. Блинчик готов. Ну вот, последний блинчик у нас получился готов. Теперь делаем наши блинчики еще вкуснее. Берем сливочный сыр, намазываем ровным слоем и сверху кладем икру топика и аккуратненько заворачиваем. Один блинчик готов. Приступаем ко второму. И аккуратненько заворачиваем. Это второй блинчик у нас готов. Вот получился у нас один вид. Красивый блинчик. Получилось. Масляна, масляна.